Ебать! Что? Блять! Как вы можете видеть по эмоциям, сегодня будут топовые пакетики. От вас, как обычно, я жду 15 тысяч лайков, и завтра выходит новый видос. Ну что, друзья, всем здорово. И кажется, я сошел с ума. По итогам прошлого по копингам мы решили, что паки «Спасибо под нос» самые читерские в этой части FIFA. И сегодня я решил собрать 40 штук, а то и 50. Я уже сбился со счета. В общем, вот мой магазин, вот мои наборы. В общем, листать до хера я накидал практически весь свой клуб. Чтобы вы понимали, у меня было около 1000 человек в клубе. Сейчас у меня 600. Я нормально так вбухал сюда бюджет в надежде на какого-нибудь топчика. Собственно, пожелайте мне удачи. Кто это спонсор у нас сегодня такой хороший? Компания OneX, ребята. Напомню о своих спонсорах. Вы всегда там найдете классные коэффициенты, множество спортивных дисциплин и моментальные выплаты. Ссылочка будет в закрепленном комментарии или же переходите по моему QR-коду. Полная версия у меня отлетела, поэтому будем открывать, собственно, на ПК. Возможно, буду чередовать с мобилкой. В общем-то, я готов. Поставьте лайкусик на удачу. Оставьте комментарий, как вы думаете, какой самый топовый игрок по рейтингу мне выпадет. Давайте я сделаю ставочку, пусть будет рейтинг 90. Хотелось бы Мбаппе. Первый пак открываем. Спасибо под нос, и сразу же рейтинг 85. К сожалению, продать мы его не можем, но на будущее СБЧ это отличное вложение. 85 рейтинг, сразу же с первого пака спасибо под нос. Самый нижний пак открываем. Смотрим, опять 85. Это что за фантастика? Ребята, еще и 83. Играбельными карточками вряд ли их можно назвать, но опять же, у нас будут много всяких СБЧ, и это отличное вложение. Два пака, два рейтинга 85. Я не знаю. Так, Караско. А это уже играбельный челик. Собственно, если бы он продавался, он бы ушел за 15 тысяч. Я вам базарю, это лучшие паки. Давайте вот этот вот пакетик откроем. Чувствую здесь... О, Аки. Аки это тоже играбельная карточка. Аки-то стоит... И на секундочку, его даже на рынке нет. Ладно, едем дальше. Арнольд, 79. Ну, тут уже на понижение мы пошли. Так, ладно, едем дальше. Кручу-верчу. Давайте вот посередке пак откроем. Что же здесь нас ждет? Гамис. Ну, это срань. Так, давайте, самый нижний. Самый нижний. О, информ. Удоукай, блядь. Ну, не самый, наверное, лучший информ, который мне мог упасть. Опа, Гереро. Ну, не совсем играбельная карточка. Опять же, на СБЧ можно отправить. Открываем. Это опять информ. Опять информ. Блять, да иди нахуй, ебаный Либертадорес. Опять информ или это опять Либертадорес? Нет, это информ. Опять информ. Боуэн. Очень быстро открываются пакетики. Учитывая, что это, опять же, веб-браузер. Здесь нет никаких волкаутов, никаких плашек. Поэтому все делается очень быстро. 8. О, Лоренте. Вот это отличный дроп, ребята. Ну, к слову говоря, этот парниша сейчас стоит 30 тысяч. Так, ну и давайте же теперь перейдем на, собственно, телефончик. Здесь тоже пооткрываем пакетики. Ну что, погнали. Мобилочка, Минди. Сразу же падает Минди, который тоже, в принципе, в основу залетает. Джене. О, вот это информ. Да, блядь, да иди ты нахуй, Либертадорес, как ты меня заебал. Опять информ или опять этот Боуэн? Ну что мне с ним делать? Ну что мне с ним делать? Опять информы или Либертадорес? Да, блядь, одни и те же информы. Да что это такое, ребята? О, Гримальдо. Гримальдо это тоже хороший игрок в основу. У меня два информа, которые уже есть в клубе и которые мне придется квиксельнуть. О, Тиаго Сильва. А это хороший дроп, я хотел бы сказать, но он у меня уже есть. И Храдеки. Храдеки тоже рейтинг. Так, Тиаго Сильва, тебя ж можно поменять, да? О, найс. Теперь у меня Тиаго Сильва в клубе будет. Так, ну что, три пака, но я думаю, я еще десяточку таки соберу. Так, Фернандо. В принципе, как вы можете заметить, сейчас найти хорошего игрока не составляет труда. Практически каждый игрок является в своем роде плюс-минус играбельным. Блять, иди нахер, Либертадорес. Как мне запарили эти карточки. Еще информ выпал, блять. У меня такое ощущение, как будто я всю команду недели собрал с этими паками. Ну и ластецкий пак. А еще, блять, опять информ. Сколько мне этих информов попадало, Деланы. Блять, третий информ, которого мне приходится квиксельнуть. Это грустно. Финальный рывок. Насобирал я 10 паков, спасибо, пандос. По итогу получается аж 50 штук. Давайте начнем. Надеюсь, мне не будут падать информы. Блять! Ебать! Паки, спасибо, пандос. Самый охуенный. Салах. 90 рейтед. Давайте я сделаю ставочку, пусть будет рейтинг 90. Блять, как не квиксельнуть будет? 400 тысяч! 400 тысяч! Ебать, я охуел. Все окупилось, блять.
все окупилось. Я вам говорил, это лучшие, блять, паки в этой игре. Охуеть. Салахич, я помню, мне в прошлом или в позапрошлом году также падал Лига Чемпионовский Салах. Тоже в паке, спасибо, под нос. Да ладно! Ребята, это просто шок-контент. Салах 89. Как мне его линковать? Также, друзья, не забывайте про мой личный промокод Пандос, который даст вам бонус на старте. Ребята, это просто пиздец. 400 тысяч. Это как минимум до середки игры игрок в основу. Охуеть! Блять, пацаны, я знал, что сегодня будет что-то охуенное, блять. Не зря я сел и начал собирать эти 10 паков, спасибо, под нос. Все окупилось, блять. Ну, за это следует Лукас поставить, ребята, что я могу сказать. Ёбушки, воробушки, все, мне уже похуй, что дальше будет падать. Салах это коки еще 85. Блять, пацаны, я вам базарю. С этими паками спасибо, под нос, что-то не то, блять. Они какие-то мега имбовые. Все, что вы вкладываете, окупается прям на изи. Вот я просто слил конченых говнарей, мне столько классных игроков падает. Еще рейтинг 83. Тамори, пожалуйста, Тамори, сколько он сейчас стоит? Он стоит десяточку, его сразу же забирают. Делаем вот так и отправляем в список продаж. Потом продам, когда он вырастет. Блять, я уже запинаюсь. Настолько я в ахуе от того, что происходит. Фернандо, блин, он у меня уже есть непродаваемый, к сожалению. Филиппа Андерсон. Пацаны, ну вы посмотрите, что происходит. Просто сыпет нереально. Филиппа Андерсон. Ну это говно, наверное, какое-то на Кресте 70. Блять, я реально всю команду в неделе собрал. Бля, это четвертый игрок, которого мне придется квиксельнуть. Так, хотя бы Диаби у меня есть, да. Отправить список продаж. Открываем next pack. 78 Родригес, ну все. Сказали, Пандос, тебе уже достаточно. Спасибо тебе за классное времяпровождение. Но Салахича тебе достаточно. Ну, я, в принципе, согласен. Два раза подряд, Родригес. Давай сейчас срать. Комара, добрый вечер. Это Квикселем. Заходим в мои наборы. Открываем наборчик и смотрим Круза. Меня уже ничего не расстроит, потому что настроение прекрасное. Я сделал главное свое дело. Я вытащил топ биста Бистовского. И, собственно, с ним теперь буду с... Ебать! Что? Блять! Что, блять? Азар еще в паке упал под конец, в последнем паке. Я в ахуе, ребята. Вы это видите? Это не монтаж. Вот это мой браузер. Вот я захожу. Ебать! Азар, 200 штук. Вы понимаете, FIFA еще не вышла, а я уже, блять, укомплектовал себе составчик говнарями. Слитыми. В паке спасибо, Пандос. И плюс у меня еще лям 400 на аккаунте. О май гад. Это что сейчас можно навертеть, накрутить у меня тут? Вот те игроки, которые мне сегодня попадали в паках спасибо, Пандос. Тут еще Коки, Альдервельд. Я уже всех перетаскивать не буду. И... Это пиздец какой-то. У меня уже есть два отличных вингера. Салах и Азар. Осталось понять, как их объединить. Лоренто, в принципе, вот так вот можно линкануть с Азаром. Я реально из года в год просто в ахуе от того, что творят паки «Спасибо, Пандос». Это пиздец. В общем-то, что я могу сказать? Открывайте паки «Спасибо, Пандос». Смотрите мои видео. Оставьте лайк какой-нибудь. Точнее, просто оставьте лайк. Комментарий какой-нибудь оставьте классный. В общем-то, все. Спасибо всем за просмотр. Я не знаю, что сказать. Пойду собирать составчик из этих пацанов. Всем пока. Ну и что, друзья, по традиции, чтобы растянуть этот видос на 10 минут, покажу вам составчик примерный, который я накидал. В общем-то, я купил себе Мбаппе, да, я купил его за лям 400, надеюсь, я не обосрусь в цене, буду верить, что этот парниша подрастет. Так, справа я, собственно, ставлю Салахича, я думаю, что это и так очевидно было. Слева Азар, тут напрашивается Менди, который... Пока что не является игроком моего клуба, но надеюсь в ближайшее время куплю Лоренто, который мне упал в паке, спасибо, Пандос, тоже заряжен на эту команду. Тут ему нужен линк Хермоса, вот так вот получается. Также я поймал Милитао, у него сейчас с диапазоном проблемы, он не продается, поэтому, точнее, покупается очень быстро, там у него диапазон очень хуёвый, поэтому в любом случае это играбельная карточка, которая поможет мне на старте. Справа сюда я ставлю мистера красавчика Белерина, делаем вот так, с линками все круто, и на ворота, в принципе, любой голкипер из Ла Лиги. Пока что так, по дефолту закину Куртуа. И вот тут на двух цапниках у меня напрашиваются два варианта. Это или Канте Бакайоко,
или же Сисока вместе с Ндомбеле. Потому что по-другому вроде никак нельзя линкануть Мбаппе, у него там крайне херовые линки в Лиге 1. Так что вот такой вот составчик на данный отрезок времени у меня. Оцените его по 10-бальной шкале, так скажем. Потом я буду делать перестройку, наверное, на какой-нибудь узкий ромб или на 4-4-2. В общем-то, вариантов масса. Буду думать, смотреть, как тут крутить, вертеть. А так, в целом, вот примерно такой составчик у меня получается. В общем-то, вот. Спасибо, что посмотрели это видео, и всем хорошего настроения.